Приветствую всех, меня зовут дядя Митя, и я сегодня хотел поговорить на такую тему, как День жестянщика. Сегодня в Воронеже пошел первый снег, а с первым снегом, как правило, начинают биться машины. Не знаю, с чем связано, кто-то не успел переобуться из-за того, что невнимательный. И привыкли ездить так, как летом. Но сейчас уже гололед все-таки как-никак, дороги никто не обрабатывал. И люди этого не замечают и начинают куда-то гнать, куда-то ехать, быстрее торопясь домой. Сейчас у нас выходной, суббота. Куда люди спешат, я не пойму. Я сейчас хочу вам показать, какие аварии у нас сейчас в Воронеже. Мне для этого понадобится мой телефончик. Я туда установил Яндекс.Навигатор. И сейчас будем ездить и смотреть, какие у нас аварии. И туда поедем, чтобы это все зафиксировать и показать вам. Поймите, мы живем в большом городе Воронеж, как я это и говорил. Но у нас почему-то в Воронеже нету культуры вождения. Если ты включил поворотник и захотел перестроиться в ряд справа, например, или ряд слева, то тебя никто не пропустит. Все будут тебе сигналить, пип-пип, пип-пип. И еще опустят форточку и скажут: слышь, что, дебил, ты куда едешь? Вот, я хочу поговорить насчет этой темы. И вот у нас пошел первый снег, а как правило с первым снегом начинаются аварии. Всегда так было и всегда так будет. Если бы мы немножко были бы вежливы друг с другом, у нас не было столько аварий в Воронеже. Особенно с первым снегом. У нас люди еще не перестроились ездить по зимнему. Они забывают то, что дороги скользкие, надо немножко помедленнее ехать, не надо никуда спешить. Но почему-то это все уходит, когда мы садимся за руль. Нам надо куда-то ехать, нам надо куда-то лететь. Что такое происходит? С чем это связано? Объясните мне. Давайте будем немножко вежливы друг с другом. Сегодня я его пропущу, завтра он меня пропустит. Давайте так ездить. Прошу вас, умоляю. Люди, кто меня смотрит, давайте немножко будем повежливы друг с другом. Спасибо за просмотр. Меня зовут дядя Митя. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Но там внизу на меня подпишись. Всем удачи, всем пока.